Спонсор показу – торгова марка Colgate Optic White. Телеканал ТЕТ продовжує активні пошуки найстильнішої богині України. Цього тижня ми дізнаємося ім'я останньої фіналістки, котра потрапить до наймоднішої битви – богиня 10-го сезону. Тож стильні кралечки готові до шопінг-баталії, коли за 2 тисячі гривень і 4 години вони мають вдягтися, дізнавшись фешн-завдання незмінного судді Данила Грачова. Саме він оцінить усі луки дівчат під час шопінгу та у фіналі тижня. Тоді як найдотепніші чоловіки країни коментуватимуть кожен крок і кожне слово учасниць. Вітайте телеведучих Олексія Дурнєва, Андрія Мерзлікіна та Володимира Остапчука. Отож, цього тижня за звання богині змагаються Надія Ковалевська, 20 років, адміністратор. Тетяна Лаута, 22 роки, візажист. Марія Гончарук, 20 років, модель. Ольга Орлова, 29 років, маркетолог. Цього тижня завдання Данила Грачова таке. Дівчата мають знайти ідеальний лук жінки за кермом. Учора на шопінг ходила Надя. На наш подіум вона вийшла у рожевій сукні з мережевими вставками та босоніжках в тон. Від конкуренток має 20 балів. Перед початком шопінг-битви дівчата традиційно знайомляться, щоб знати модного ворога в обличчя. Дівчонки, привіт! Меня зовут Таня. Я студентка, занимаюсь визажом параллельно. Люблю ходить по магазинам очень. Люблю ими поднимать свое настроение. Люблю, когда мужчины мне дарят одежду, обувь, аксессуары. Ну, в общем, люблю шопинг. Таня Лаута очень позитивный и добрый человек, как мне кажется. Таня показалась на первый взгляд мне очень пафосной девочкой. Танюш, скажи, пожалуйста, сколько студентка-визажист может максимально потратить денег на шопинг? Я буду копить, буду не есть, буду максимально экономить, оставлю машину, буду ездить на метро, но я куплю то, что я хочу. И ради чего ты готова была ездить на метро? Я готова ездить на метро ради новой пары туфелек, там, Касадей или Шадель или Гуччи. Я думаю, что Таня слукавила, когда она сказала, что ради пары обуви она будет бросить свою машину и пойдет, сядет в метро. Я еще хожу в спортзал, тренируюсь, привожу себя в порядок и стараюсь за собой следить. И, наверное, поэтому у меня... Завожу дорогих мужчин. Да, на меня, можно сказать, ведутся мужчины, которые хотят меня баловать. Поэтому они меня балуют дорогой одеждой. И мне иногда приходится... могу себе позволить не ездить на метро. Я не думаю, что Таня из тех девушек, которые там цепляют мужиков для того, чтобы чисто за хорошие подарки. Выпьем. Давай. Хорошо тебе пошопиться, говорить. Спасибо большое. Ой, девчонки, Тань такая активная, светлая, светлый человечек. Даже приятно. Будет интересно посмотреть, что же она выберет. Ну, мне кажется, что это как раз будет что-то яркое, светлое. Вот. И, надеюсь, такое, сексуальное. Нельзя недооценивать соперника. Возможно, она... может быть моей конкуренткой. Таня очень стильная девочка, у нее есть вкус, есть своя изюминка, и мне кажется, что гардеробчик у нее очень интересный. Спонсор показу – торгова марка Colgate Optic White. Таня Лаута, 22 роки, візажист. Ця руда красуня – молодша сестра іншої рудої бесті, багаторазової переможниці богині шопінгу Юлі Лаути. В одязі Лаута молодша надає перевагу якості, а отже відомим дорогим маркам. Дівчина не приховує, що поки не заробляє собі на дорогі сукні та туфлі, але залюбки приймає дарунки від залицяльників. Автівку водить так само непросту. Саме за кермом дівчина познайомилася зі своїм бойфрендом. Час дізнатись, які ж скарби приховує шафа Тані. О, богиня шопинга, здравствуйте, проходите. Господи, так это же Юлька Лаута, так ее пчелы покусали. В этом платье я ходила к своей подруге на день рождения. Это вырез на спине, соответственно, его нужно носить без бюстгальтера. Бюстгальтер? Так моя бабушка называет эту штуку. Бюстгальтер. В этом платье тогда на день рождения, кстати, все взгляды были прикованы ко мне. Знаешь, если на день рождения ты в таком платье выпрыгиваешь без торта, то, конечно же, все взгляды будут прикованы к тебе.
моя вишенка. И из всех мужских взглядов я встретила свою вторую половинку. Такая выпрыгиваешь и смотришь так-так-так-так-так-так. Ты. Таня, прекрасное платье, мне нравится оно. Мне нравится, что оно такое свободное. Мне нравится этот вырез на спине, мне нравится цвет, длина. Все выглядит симпатично, пояс замечательный, обувь, да. В общем, образ хороший. Мое любимое платье. Я его одела и пошла на свой день рождения в ночной клуб. Рядом стоящий какой-то мужчина начал приставать ко мне в этом платье, прям засовывать свои руки непонятно куда. Понятно куда, кстати. За что получил пощечину очень сильную. И этот наглый мужчина берет ведерко со льдом под шампанского, которого, причем с нашего стола, и несет, хочет вылить мне его на голову. Но, слава богу, в этот момент его остановил охранник. Ну, замечательное платье, мне нравится эта бахрома, мне нравится, когда она придает такую определенную динамику, но все-таки эти платья вышли из моды, и они сейчас не сильно актуальны. У меня есть такое прекрасное платье, которое я купила в Грузии. А в Грузии я была не просто так, меня пригласили там сниматься в одном проекте, который назывался Топ Коко. Что? Топ Коко? Топ Коко? Топ Коко? Топ Коко? Топ Коко. Высшее яйцо или что это? Это в переводе топ-девочка, то есть... Что-то мой грузинский сегодня подкачал меня. И там у нас был показ известного грузинского дизайнера Автандила. Он мне продал со скидкой, так как я участвовала в его показе. В этом платье хорошо сбалансированы пропорции, цвета и вырез на спине уместный. В общем, все в нем выглядит очень достойно и прилично. А сейчас я вам покажу свой любимый отдел. И сейчас холодильник открываю. Это моя обувь. Вот, например, такие классические туфельки. Мне очень нравится их подъем. Очень нравится их удобство. Их удобство, которое находится в носовой части. Мое недавнее приобретение – это Gucci, это Burberry. В этом сезоне такая обувь на танкетке или на платформе, она тоже актуальна. Ну все, я отправляюсь на шопинг. Последние штрихи. Все, этого достаточно. Я пошла. Спонсор показу – торгова марка Colgate Optic White. У Тані чималий стаж водіння, тож дівчина має знати, як мати модний вигляд за кермом. На те, щоб знайти ідеальний лук для автівки, у рудоволосої красуні є 4 години та 2 тисячі гривень. Поїхали! Їхала я як-то на роботу, вся така в діловому стилі. І їду, і якраз мені там смс-ка какая-то прийшла, смотрю, і бабах, і я в аварії вже. Девочки, если вам так прям нужно читать смс-ки за рулем, то смотрите одновременно и в лобовое стекло, и на телефон. А вот этот вот вариант, когда вы едете, и вот так начинаете читать, он не прокатывает вообще. То есть уроки чтения смс-ок для девушек, когда пи-пи-пи-пи-пи. Правильно. И когда пи-пи-пи-пи. Неправильно. Врезалась в иномарку. Почему ни одна девушка не таранит старый Запорожец? Обязательно молодой человек на дорогом автомобиле. Оттуда вышел такой симпатичный молодой человек. Ну и у него было, видимо, тоже хорошее настроение. Он шутил, веселился и радовался. И параллельно доставал монтировку. Через 15 минут мы уже пили кофе в машине. И через неделю он уже меня познакомил со своими родителями. Короче, ты у них еще потом 2 месяца дома убирала, чтобы отбить ремонт на машину. Мне очень нравится этот наряд, он очень удобный. Такой деловой стиль, я бы в нем с удовольствием ходила на работу. Если бы у тебя была работа. Мне не очень нравится эта блуза, она очень странно выглядит. Мне не нравится эта юбка, она морщинится, как-то так вот подпрыгивает. И обувь эта сюда не подходит. Каждый
каждое утро начинаю свой день с, конечно же, сначала с чашечки кофе, а потом я привожу себя в идеальный порядок и выезжаю навстречу приключениям. Девочки, если в вашей жизни мало приключений, но у вас есть автомобиль, попробуйте читать смс-ки вот так. И приключения сами вас найдут. Мне иногда требуется часик, даже иногда два часика, если надо помыть голову, чтобы привести себя в хорошее состояние. Боже, как нужно запустить свои волосы, чтобы два часа мыть голову. Девчонки, не жалейте своих два часа сна. Вставайте и покажите мужикам, какие вы красивые. Покажите мужикам синяки под глазами. Мне очень нравится это платье, мне нравится его цвет. Я с удовольствием буду в нем ездить в своей машине и соблазнять мужчин на дорогах. Ты же нашла уже себе мужика, ты же выпрыгнула из торта и встретила его. Ты же поймала его взгляд на себе, потом ты врезалась в какую-то машину и нашла еще одного. Сколько тебе их надо? Мне не очень нравится, что ты это платье сочетаешь с такой агрессивной обувью. Ему подойдет что-то более простое, например, балетки или сандалии какие-то. В общем, обувь на низком ходу. Мы с подружкой сидели в машине, разговаривали и смотрим, такая красивая машинка, Хаммер, по-моему, и в ней два молодых мальчика, такие красивые, тянут такую, какой-то жигуль такой. Господи, да мальчики на Хаммере, я уверен, что этот жигуль могли на руках донести. Мальчики на Хаммере, которые тянут жигуль, первый раз такое видела, которым не безразлично вообще кто-либо, кроме себя самих. Сейчас у нас очень хорошие отношения, мы дружим. Мы не просто дружим, а у нас романтические отношения. Да, просто случайно в Хаммере можно встретить свою любовь. Боже мой, какая милая, романтическая, трогательная история. Аж слеза наворачивается. Мне нравится это платьице. Мне нравится это платьице, сказала каракатица. Мне нравится тандем этих принтов. Мне нравятся полосы, это актуально в этом сезоне. И мне нравятся такие вот цветы. Выглядит это правильно, красиво, симпатично. Обувь только нужно другую. Я за рулем уже 4 года. Когда сдавала экзамен, в принципе, ничего сложного для меня не было, так как я там немножко заплатила. Я бы на месте министра МВД нашел бы тебя после этой программы и вообще лишил всяческих прав. А что, министр МВД смотрит нашу программу? Я уверен в этом. Тем не менее, правила немножко я знаю, мне лично хватает. Скажите, почему вы проехали перекресток, двойную сплошную пересекли и развернулись прямо на пешеходном переходе? Ну, вы знаете, я немножко правила знаю, мне вот этого хватает. Нравится этот наряд, я бы в таком пошла с подружками в парк, только одела бы обувь поудобнее. Мне в твоем образе нравится все, и, возможно, дополнительный балл я поставлю именно тебе за твою белоснежную улыбку. Спонсор показу – торгова марка Colgate Optic White. У першому магазині Таня згадує всі свої пригоди за кермом. Міряє кілька образів, але нічого не купує. Година 20 хвилин позаду. Попереду ще два магазини. Лично я питаюсь в фастфудах, ну, крайне рідко. Я практично не їм шоколада, чай п'ю без сахара. Чай п'єш без сахара, екзамени здаєш без знаний. Все логично. Ну и, конечно, помимо этого, девчонки, тренировки, тренировки и тренировки. Нас с сестрой папа с детства заставлял тренироваться. Папа еще в детстве понимал, что девочки должны вырасти красивыми, и он должен их удачно пристроить замуж. А то так и будет болтаться на его шее. Так, ну быстро, быстро, надо за собой следить, вы должны вырасти красивыми. Это действовало, и мы выросли красотками. Во всяком случае, как говорят мужчины. Короче, папа не будет смотреть эту программу. Oh my God, he's sticking hot. Хороший домашний комплект, обычная пижама, обычные шорты, майка. Хорошо, такой комплект подходит для какого-то домашнего валяния. Я, как вечный спортсмен, опаздываю на тренировку, меня уже ждут. И, соответственно, лучше переодеться в машине, потому что так быстрее, там какие-то пробки, какие-то светофоры. Ну и на первом же попавшемся светофоре я снимаю там майку и там следующий светофор еду в бюстгальтере, потом снимаю штаны. Окей. Ладно, ты не знаешь правила, но переодевать платье за рулем... Отберите у нее права.
реально отберите у нее права. Ну, очень удобно, девчонки. Так взял, оделся, быстро переоделся в машине и дальше. И так же самое на свиданку можно после тренировки. На свиданку это только к человеку, который сидит в тюрьме. Baby, I surrender. Удобно, очень легенькая платьице на лето. Замечательно, в автомобиле ездить удобно, так как если кожаное сиденье, тут сзади удлиненная юбка, и поэтому, когда ты будешь садиться, прилипать к сиденью ничего не будет. Симпатичное платье. Мне нравится действительно легкая ткань. Не жарко в этом платье будет летом. Кстати, первая вещь, которая неплохо сочетается с этой обувью. Я была на тренировке, и мой молодой человек постоянно мне там звонил, спрашивал, ну когда ты закончишь уже свои тренировки, там все. Я говорю, ой, еще. Вот, ну и в конце концов я выхожу уже с тренировки, такая вся уставшая, подхожу к машине и вижу на своей машине большую такую корзину таких весенних цветов. Вот они были где-то в таких вот цветах, там были гвоздики, вот именно такого вот цвета. Лучше бы он тебе подарил книжечку с правилами дорожного движения. Цветы в цветах такого цвета. Неплохо для Марины Цветаевой. Мне в этом образе очень понравились штаны. Они очень яркие, очень удобные, очень легкие для лета. И на машине в них ездить просто идеально удобно. Мне нравятся эти брюки, мне нравится их крой, мне нравится, что они такие вот легкие, свободные, широкие. Действительно, такие брюки будут хорошо сочетаться и с босоножками на высоком каблуке, но и низкий ход им тоже подойдет. Знаете, хочу вам рассказать историю, как моя подружка раскрутила своего парня на одежду. Они поехали в Милан на шопинг, и она там набирала кучу-кучу вещей, и он в основном такой, он всегда говорит, что ей надо, что ей не надо, вот это вот лучше, это не лучше. В общем, парень жлоб. То, что ей нравилось, то, что он не хотел брать, она потихоньку подходила к продавцу и тихо говорила, вы положите мне, посчитайте, он все равно не прочитает. И она таки делала, ложила. Ложила. Нет, Танечка, просто ложила. Причем ложила на парня и на его бюджет. Клала в пакет все вещи, которые она хотела, а потом ему чек, он такой посмотрел, он даже не проверял, короче. Поэтому, девчонки, ловите свою удачу. Мораль этой всей истории такова. Обманывайте мужчин, ведь это так весело и задорно. Красивое платье символизирует собой двойную сплошную. Платье очень хорошо подходит, если ты была на работе, а после этого у тебя какое-то романтическое свидание, потому что оно и деловое, и в то же время очень сексуальное. Мне нравятся эти белые вставки, черно-белое в этом сезоне актуально. Мне нравится, что оно не короткое, мне нравится, что оно довольно-таки закрытое. Поэтому платье действительно симпатичное. У другій крамниці Таня розривається між спокусливим і зручним луком для керма. На ці вагання витратила ще трохи більше години. Остаточного модного рішення так і нема. Прямує далі. Я дуже люблю мужські речі. Я люблю їх таскати, починаючи від джинсів, закінчуючи джемперами, світерами. Починаючи від джинсів, закінчуючи машинами, квартирами, дачами і так далі. Куртками. І, звісно, іноді бувають і труси, і носки. Трусы, носки. Черт. Ну это же отвратно. Я очень люблю мужские вещи, особенно если это мой парень, когда они пахнут, допустим, свитера. Я испугался, что она скажет пахнут, и потом трусы. Мне очень приятно их носить, и я частенько подворовываю своих парней вещи. Вот сейчас папа гордится тобой. Этот наряд классный для того, чтобы сесть в машину и укатить в Одессу. Выглядит все симпатично, весело. Конечно же, мне не очень нравится эта обувь. Ну, вот она грубоватая. Так, дурака повалять в магазине нормально. В жизни, мне кажется, это неудобно. У третьому магазині Таня більш стрімко приміряє кілька образів, розуміючи, що залишилося не так багато часу. Але чомусь і звідси дівчина виходить із порожніми руками. По одяг руда красуня повертається до другого магазину. Вітаємо! Перша покупка. Залишилось обрати взуття, тож Таня поспішає до останнього магазину. Хороші босоножечки треба приміряти. Я думаю, підійдуть під мій образ. Мені дуже удобно водити машину і воровати мужські труси. Stop running away, say
не нравятся эти босоножки, мне не очень нравятся вот эти вот бежевые все вставки. Хочется что-то более элегантное, более женственное, более классическое. И вот эта вот платформа, она явно утяжеляет модель. Із взуттям Таня доволі швидко визначається. Вітаємо! Ідеальний образ для дівчини за кермом готовий. Попереду неймовірне дефіле найкрутішим подіумом країни. Спонсор показу – торгова марка Colgate Optic White. Всегда волнуюсь на самом деле перед какими-то важными событиями в своей жизни. И сейчас тоже волнуюсь, конечно, потому что меня будут оценивать, и я хочу выглядеть хорошо. Девчонки, у Тани такой стиль casual, наверное, она что-то в таком же своем стиле и выберет. Скорее всего, это джинсы, либо какой-то обтягивающие джинсы. На самом деле она такая активная, яркая. Думаю, она будет такая более... Моя сестра мне рассказывала, как она выходила на подиум, и как она хотела быть неординарной и старалась для этого. Конечно, послушаясь этого совета, она же выиграла тогда. Ну, мне тоже так кажется, я с вами согласна. Кажется, это однозначно будет низкий ход, что-то на низком ходу. Может, даже это будет байк и кожа, что-то в этом вроде, она такая драйвовая. Да, выйдет на байке в середину зала. Значит, от нее можно всего ждать, я думаю. Возможно, на самом деле. Думаю, Данил Грачев оценит мой образ и мою белоснежную улыбку. Таня витратила 1906 гривень і обрала м'ятного кольору джинси, білу майку із глибокими вирізами, яскраве взуття на високій танкетці та доповнила образ масивними аксесуарами. Чи оцінять суперниці такий лук? 9. Мне понравился образ Тани, потому что это ее образ. Это ярко, стильно, и она чувствует, во-первых, себя очень комфортно. 5. Я поставила Тане оценку 5, потому что мне не очень понравился розовый лиф под белую майку. И очень понравилась обувь, яркая, удобная, танкетка. Мне очень нравится. 9. Я поставила Тане 9, потому что мне очень понравился креативный образ, яркий, эффектный. Минус – высокий каблук обуви явно неудобно. Повышает аварийность на дорогах. 23 бали. Непоганий результат. Це на 3 бали більше, ніж учора отримала Надя. Я не ожидала от Нади і Олі таких високих оцінок, но также я не ожидала от Маши такой низкой оценки, поэтому для меня это был сюрприз. Та за правилами нашої програми все вирішує фешн-експерт Данило Грачов. Уже в четвер він скаже, модно чи ні, та визначить переможницю. А завтра на шопінгу чекайте модель Марію Гончарук. Спонсор показу – торгова марка Colgate Optic White.